Приветствую всех, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы будем делать заказ по каталогу номер 10. Я расскажу, что я себе здесь выбрала, почему именно это выбрала. И пообщаемся с вами. Так, захожу в личный кабинет. Открываю каталог номер 10. И прямо отсюда мы будем листать и выбирать то, что мне нравится. Заодно расскажу о новинках. Вот, кстати, вышла новинка, стойка. Супер матовая губная помада. Очень красивые цвета. Просто очень кайфовые. Но мне помады пока не нужны. Новинка тоже водичка. Прикольно, кстати, пахнет. Очень здорово. Красивейшие аксессуары. Очень модная сумка такая в виде мешочка. И к ней красивый аксессуар. Шарф такой в серо-дымчатых оттенках. Очень красивый, элегантный такой. Так, итак, лаки, начинаем. Первое, что я хочу взять, это, конечно же, лаки. Так, лак для ногтей. Ага, вот. Лунный металлик. Мы берем. Раз. И серый кашемир. Два. Так, все, закрываем. Это мы закрываем. То есть мне вот этот понравился лак. Очень крутой цвет. А, это не лунный металлик был, это звездная маргарита. Так, извиняюсь. Тогда это звездное мерцание. Все, положили лаки. Я потом могу в корзине все удалить, почистить. Ну, лаки очень крутые. Я возьму прям по несколько штук каждого. Крутые аксессуары. Обратите внимание на тени, цветные тени, стойкие. Очень классно держится, просто невероятно. Можно использовать как контурный карандаш, подводить глаза. У меня вот такой есть оливковый цвет. Очень красивый, даже не оливки, а хаки. Очень красиво внизу подводить реснички. Очень крутые три щеточки для туши. Я себе брала вот такую желтенькую, пользуюсь, меняю из одной туши в другую. Очень классная. Вкусная водичка. Обратите внимание, цена на туалетную воду Glacier. Это просто бомба, надо взять. Ну, кстати, меня часто спрашивают, как я делаю заказы. Вот мне эту воду никто не заказывал. Но я знаю, насколько она популярна. У меня есть несколько клиентов, которые берут ее всегда. Поэтому я ее просто возьму за такую цену крутую. Я уверена, что когда они опомнятся, захотят ее приобрести, еще раз покажу вам цену. 459 рублей. Это просто фантастика. 100 миллилитров. Представляете? Когда не опомнится, ее уже не будет на складе. Но одна у меня точно будет в запасе. Шикарное предложение на кремы для тела. 299 рублей за шикарную банку. Тут 250 миллилитров, да, большой стакан. Мужские парфюмы. Шикарная серия Элио. Ну, я только брала себе недавно. У меня еще есть два набора. Это роскошная, моя любимая серия. Здесь мне ничего не нужно. Кстати, прикольные штучки вижу. Расскажу в двух словах про выравнивающий праймер уход от NovAge. Это бомба. Это бомба. Наносится под тональную основу. Настолько крутая разница, если нанести просто тон на лицо увлажненное или нанести на праймер. Это две разные картинки получатся. Поэтому рекомендую взять. Расход очень малюсенький. То есть там буквально прям капелюшечку нужно, чтобы на все лицо нанести. Очень крутая штука. Прям супер. Шикарные серии. Кстати, обратите внимание, какие большие скидки в этом каталоге на серию Экологен. Да, целый набор можно взять. NovAge. True Perfection. Ой, Ultimate Lift сиреневая. Экологен зеленая. Чем они отличаются? Обратите внимание, кремы. Здесь у нас дневной идет. В баночке, а здесь у нас дневной идет с дозатором, то есть в таком тюбике. Мне, кстати, очень нравится тюбик, особенно брать с собой в дорогу. Я это обожаю. Далее. А, тут нет скидки на спонж коньяку, но я вам скажу, что эта вещь меня покорила. Это такая очень удобная штучка для... Ну, не штучка, да, вы будете ругаться. Это очень удобный помощник для того, чтобы удалять макияж с лица. Это просто фантастика. Он очищает и удаляет мертвые клеточки и все загрязнения. Опробовала я новую масочку Эко Бьюти. Ну, достойно, что я могу сказать. Очень круто. Очень. Она такого же вот цвета, да, приятного, кремово-розового. И она действительно делает с кожей что-то необыкновенное.
поры становятся вообще незаметны, и лицо такое свеженькое-свеженькое. Но тут, вот видите, регулирует обменные процессы, то есть это моментальный эффект, разглаживает эпидермис, придает сияние. Вот все, что здесь заявлено, все я получила. Делала масочку уже 2 раза, и у меня полный восторг. Сегодня нужно опять сделать. Обратите внимание, здесь у нас представлена тоже шикарная, шикарнейшая вещь. Это Skin Pro для очищения кожи лица. Специальный аппаратик на батарейках со сменными щеточками. Вот такую я вот рекомендую в каждый дом. Каждый дом, потому что она подойдет и детям, подросткам, и мужу, и жене. Можно менять щеточки, у каждого именная щетка, ее легко заменить, легко помыть. Она очень долго служит и очень долго служит батарейки, то есть это расход маленький, питание. И мне что очень понравилось, у нее есть таймер на 1 минуту, то есть нет такого, что завела и забыла, что делаешь с своим лицом. Очень здорово, то есть таймер, он фиксирует минутку и все. О, солнцезащитная серия, как это круто, что есть солнцезащитная коллекция в Oriflame. Я аналогов нигде не видела. Это самая лучшая, самая нежная защита от солнца, и при этом загар ложится настолько ровно, идеально красивый, что вот, когда я куда-то выхожу из дома, обязательно наношу солнцезащитное средство. Кожу нужно беречь. Это у нас уход за лицом легкий. Кстати, вот из новинок появился новый скраб и крем для лица и тела с кокосом. Ну, я вам скажу так, скраб для меня лично это достаточно крупные абсорбирующие частички. Я люблю, чтобы они были более мелкие и более такие массирующие, приятные. Для меня это было крупновато. А вот крем прям в точку. Такая классная. Просто вот эта композиция ароматическая, кокос, это баунти, у меня сразу ассоциация, такой летний вкус. Я с удовольствием им пользуюсь, просто кайф. А тем более такие цены, прелесть просто. Так, дальше. Серия Wellness. Сейчас будет бомбочка этого каталога. Это нутрикомплекс для волос и ногтей. 799 рублей стоит у нас для кого? Здесь плохо видно, но скажу, кто в прошлом каталоге делал заказ на 500 рублей и в этом на 500, то может нутрикомплекс взять со скидкой за 799 рублей. Так мы его берем, потом мы их умножим на нужное нам количество, двигаемся дальше. Забываю класть в корзину, кстати, может что-то пропустила? Да, пропустила. Ну, надо вернуться сразу. Где-то у нас серия по уходу за лицом. Так, это здесь набор пробников нам нужен. Давайте его найдем. Так, вот мне нужен крем для кожи вокруг глаз. Раз. И мне нужен набор пробников. Вот он, коллаген. Это тоже под заказ все. Так, это закрываем и возвращаемся туда, где закончили, только что были. Так, нутрикомплекс мы положили. Двигаемся дальше. Здесь у нас всякая декоративная косметика. Опять же, это наша любимая подводка для глаз, водостойкая, за что я ее очень люблю. Тушь 5 в 1. Это хит, самая популярная тушь уже долгое время. И я вам хочу сказать, что если говорим о средствах для снятия макияжа с глаз, то мой любимчик это средство для снятия водостойкой косметики. Мне очень нравится. То есть такая медузка, ее нужно взбить очень хорошо, нанести на ватный диск, и она растворяет косметику прекрасно. Тереть не нужно лишний раз и так далее. То есть это просто фантастика. Тоже очень много скидок на декоративную косметику. Но я пока что ничего из этого не планировала заказать. Так, а сколько у нас помада стоит? 399. Так, двигаемся вперед. О, шикарное спецпредложение. Шикарная помада. Любой оттенок из серии Giordani Gold всего за 299 рублей при заказе любого продукта из этого каталога. Кроме каких-то, вот посмотрите, 34-45, наверное, как раз из, кроме этих самих помад. Но вы знаете, все-таки помада достойная не просто любви и уважения, а просто поклонения. Это настолько роскошно, начиная от упаковки, заканчивая самим, да, вот этим, самими компонентами, которые наполняют помаду.
Настолько круто ухаживать за губами, просто нет слов. Если говорить о тональных средствах, как их наносить, то у каждого есть свои предпочтения. Да, кто-то наносит спонжиками, кистями, пальчиками, да, кто как. Но я вам могу сказать, что все методы хороши, главное, чтобы вам нравился результат, чтобы тон лег ровно и, да, смотрелся гармонично, не отличался тон лица от тона шеи. Но лучше, чем профессиональная кисть для тонального средства, вот вы ее видите внизу, да, в левом уголочке, за 319 рублей, лучше, чем эта кисть, я еще в жизни не встречала. Это просто потрясающе. И вот лучше этой пудры. Это что-то с чем-то. Румяна в шариках, антивозрастная тональная основа. То есть вот эта вся страничка, это все мои любимчики, которыми я постоянно пользуюсь. Это просто самое лучшее, что есть для меня, по крайней мере. А еще я вот полюбила такую шелковую тональную основу Fluid. Ну, она в этом каталоге без скидки. Но я ее тоже очень люблю. То есть она сразу дает эффект пудрочки. На этой страничке у меня есть два любимых продукта. Это очки солнцезащитные, которые здесь идут по фантастической цене. Я-то брала по полной стоимости. И шикарный шарф Парео тоже я такой взяла себе. Мне он безумно нравится. Я его ношу не как Парео, а как шарф, как платок. Это просто фантастически красиво. А здесь у нас поза. Да, парфюмы, конечно, нужно дегустировать, выписывайте пробники, чтобы знать, какой вам нравится, да, какой подойдет. Что они действительно все крутые, но у каждого свой вкус. Кстати, вернулся у нас Афина парфюм, он был давным-давным-давно. Кто-то, может быть, помнит такой. Он очень оригинальный, летний аромат. И он не будет слишком стойким, не ждите от него чудес. Но он настолько удобное оформление. Маленький флакончик 30 мл. Вы можете его спокойно с собой носить в сумочке и добавлять нотки, да, освежать аромат в течение дня. Выписала себе пробник. Новая будет у нас мисс. И хочу, да, тоже подегустировать, потому что часто заказывают. Это у нас мужские шикарные парфюмы. Excite. Обожаю просто Excite. Тальки. Часто спрашивают про тальки, что это такое. Но это действительно необходимая вещь летом. Особенно для полных людей. У кого, кто натирает ноги при ходьбе. Да, у кого потеют какие-то места на теле. Искупайтесь. Промокните тело полотенцем. То есть не вытирайтесь насухо. И нанесите тальк туда, куда вам нужно. Вы знаете свои места потаенные, да, можно все тело нанести. Он впитается, не оставит никаких следов, оставит только аромат и шелковую кожу. И очень долго вы заметите комфорт, да, продлится вот эта чистота тела, даже если вы будете по жаре идти, у вас не будет вот этих вот липкостей, натираний. Это такой кайф, просто кайф самый натуральный. Так, мне заказали вот такой набор. Не знаю, здесь нам покажет набор. Да, наборчик есть. Мы берем набор. Очень классная цена. И мыло, и крем с таким чудесным ароматом пралине. Очень нежный и вкусный. Появилась новинка скраб для рук. Тоже нужная вещь. Да, кто вот любит ухаживать сам за ручками, возьмите себе скраб или маслице, да, чтобы делать вместе со скрабом массаж. Питательный крем, обязательно такие перчатки для ухода. Сделайте уход за руками, оденьте перчатки, подождав несколько прям минуточек, чтобы крем впитался. И когда вы их снимете через несколько часов, да, или на ночь, это многие делают, вы увидите такой эффект, просто крутой эффект. Что здесь хочу сказать? Мне безумно нравится вот эта серия спа. И скраб, и крем достойны внимания. Они действительно, я считаю, что это очень низкая цена за такие крутые средства, потому что крем, он просто восстанавливает кожу, он густой, как он показан здесь на картинке. Его прям можно ложкой брать с бугром. Очень крутой. И очень крутая вещь – это крем для депиляции. Я разные пробовала. Лучше, чем здесь, я не видела. Потому что во всех других, да, в дешевых кремах из магазина меня очень раздражает запах. Я не могу его переносить вообще просто. Это шикарно делает свою работу. На этой страничке самая крутая вещь – это CC-крем для волос. И здесь он у нас специально со скидкой. Что он делает?
Все, начиная от того, что он снимает статику с волос, лучше носить на влажные волосы, они будут очень легко, вообще круто расчесываться, вы даже не заметите, как они расчесались, волосы будут приятно пахнуть, блестеть, вообще просто ровненькие, гладенькие, это такая шикарная вещь. Оценить можно только попробовав. Это сухой шампунь для тонких волос «Эксперт». Что я хочу сказать про шампунь? Что он удобен, если вам вдруг срочно нужно куда-то идти, а голова не свежая, или вы в путешествии. Я вот недавно ездила в Питер надолго, и я взяла с собой просто сухой шампунчик такой. Он меня выручил, потому что, ну, реально жалко тратить время там так часто мыть голову, волосы длинные, густые. В Питере холодно, да, чтобы высушить волосы, это надо их феном портить. А как бы на день продлить еще так красивую прическу мы можем благодаря этому сухому шампуню. Надо просто взбить его, нанести на волосы, взбить волосы, расчесать их, и все, они станут опять пышными, и как будто вы их только помыли. То есть на денечек мы еще продляем вот эту красоту. По поводу пилочки, пилка как пилка. Просто классная, удобная пилочка для того, чтобы ножки были гладкие, шелковые, чтобы не тратить деньги на педикюр. Можно все дома сделать, подровнять, поправить. Особенно у кого сухая кожа на ногах. Я считаю, это выход. Ну, как бы можно потереть вот такой пилкой, как вариант. Но мы живем в такое время, когда все-таки вот гаджеты захватывают, да, наше время, экономят, и мы больше обращаем внимание на удобство использования таких гаджетов. Поэтому я, конечно, себе взяла, и мне очень нравится. Всем рекомендую. Да, и по финансам, если можете себе позволить, надо брать. Здесь у нас представлены гигантские объемы, да, еще больше 500 миллилитров каждый флакончик. Очень крутые все шампуни, обалденные, я их все перепробовала. Мне нравятся ароматы, все, и для тела гель. Обратите внимание, все большие-большие объемы, очень выгодно. Вот так, дальше. Вышла у нас новинка в серии Optimals, это крем для век. Раньше это был невероятный эффект, я так понимаю, его заменили. Очень такая динамичная картинка, такое чувство, что просто столько влаги, столько питания. Вот я хочу себе взять пенку для умывания. Сейчас мы найдем, которую я себе выбрала. Тут, кстати, нужно внимательно прочитать условия. Сейчас я вернусь. По-моему, при заказе любого продукта на странице 133. Ищи на странице 133. То есть не эти средства, да, новинки, они не входят, я так понимаю, в заказ, но мы сейчас это увидим, а именно те. Вот, я хочу взять увлажняющий гель для умывания для всех типов кожи. Я хочу попробовать, у меня как раз заканчивается гель. И мне так понравилось, что он такой прозрачный, с такими пузыриками. Я просто обожаю такое все инновационное. И цена такая классная, 269 рублей всего на всего. Тоники у меня есть. Так, это нам не нужно. Так, вот. При заказе любого средства Optimals. Ну, посмотрим, добавится он нам или нет. Сейчас в корзиночку мы перейдем. Так, обязательно мы берем вот эту корзину. Так, я ее номер выписала. Попозже добавим, потому что здесь у нас нет возможности добавлять. Поэтому выписывайте вот этот код 121888, и вам вот весь этот набор, посмотрите, какой он огромный, дезодорант, интимный гель, щетка, зубная паста, отбеливающий, гель для душа и большой кусок мыла, и все это за 449 рублей, то есть средняя стоимость 75 рублей всего-навсего. Это очень круто, наборчики нужно брать. Так, и на последней страничке, смотрите, какая прелесть, мужская серия, по такой распродаже, конечно, надо брать. Сейчас я вам покажу, что я хочу взять. Это обязательно пена, шампунь, мыло и мочалка. Так, проверяем. А, корзину мы все положили. Теперь мы делаем с вами таким образом. Мы нажимаем «Быстрый заказ» и сюда я вбиваю то, что я хотела еще дозаказать. Это набор 121887. Я добавляю сюда набор стаканчиков, если вы делали в прошлом каталоге, номер 9, заказ на 50 баллов и выше,
то вы можете взять себе набор стаканчиков. Мне вот интересно, это только один раз акция пройдет или два можно наборчика взять. Так, по-моему, все. Сейчас проверим. Двигаемся вперед. Давайте посмотрим. Я хотела внутри комплекса взять три штучки. Набор пробников есть. Так, мыло мужское по такой цене. Пяточек возьмем. Так, мочалка хороша. Так, двигаемся дальше. Мы здесь не обращаем внимания на цены, пока не смотрим. А, я лаки хотела еще. Сейчас мы можем сюда вернуться, изменить. Так, омега-3 для детей у нас здесь идет. О, я всегда смотрю. Вы представляете, нету. А, одного нет набора. Все, набор только один раз мы можем взять. Вот он за 99 рублей. Даже 2 балла дает. Круто. Так, давайте посмотрим, что нам здесь предлагают в распродаже. Я тоже люблю всегда здесь смотреть. Что-то может быть полезное. Так, пудра, загорелая красотка. Так, браслетики, крем-тон, сережки. Это все не нужно. Нет, здесь ничего для меня интересного нет, поэтому мы просто закрываем. Закрываем. Далее, смотрим, что у нас получилось. Пам-парам-парам. 151 балл. Так, я хочу внести изменения. То есть я пока откажусь от омеги. Как мы это сделаем? Сейчас посмотрю. Ничего не происходит. Тогда мы вернемся на главную страничку. Здесь, где заказы, мы открываем подписка Wellness. Ждем, пока все подгрузится. Так, что у нас здесь? Показать историю. Нам нужно вот эту вот подписку, отмену. Отменяем подписку. Все. Теперь возвращаемся опять в корзину. Еще раз все смотрим. Так, нам нужно было лак для ногтей. Один оставить, один удалить. Сейчас я по каталогу посмотрю, какой именно мне нужно удалить. Так, мне нужно лунный металлик убрать. Вот он. Я его не хочу. А вот эти я оставлю. Очень классные, красивые лаки. Так, здесь все оставляем. Оставляем, оставляем. Нажимаем продолжить. То есть все время будьте внимательны, что делаете. Далее, вот здесь у нас есть скидка 50%. Нам нужен прайс-лист. Я, конечно же, возьму. Как всегда, это коктейль. Ванильный беру. 154,48. Так. Добавить заказ. То есть сюда здесь добавляете. Видите, появляется кнопочка «Внести изменения». А мы с вами мотаем самый-самый низ. И нажимаем «Пересчитать заказ». Ну, нам сразу покажут. Так, 150 баллов у нас получилось. Давайте выше поднимемся. Еще раз все проверим. Так, внутри комплекс всего за 639 рублей. Ох, как круто. Так, набор из 3 стаканов есть. Лак есть. Лак есть. Туалетная вода. Крем под заказ. Набор под заказ. Набор под заказ. Это я взяла на продажу. Хорошо, потому что берут. Ну, за 127 рублей всего. Ох, круто. Видите, у меня с 50% скидкой коктейль прошел всего за 972 рубля. А без скидки он стоит 2000. А, потребительская цена 1944 внутренняя цена. То есть 50%, как это выгодно. Так, наборчик есть. Каталоги есть, номер 11. Так, Мира Рефлейм есть. Так, наборчик у нас один прошел. Отлично, отлично, просто прелесть. Так, все отлично. Теперь что нужно сделать? Выбрать место доставки. А вот можно выбрать на офис доставка 92 рубля, а можно выбрать доставку на дом. Надо смотреть, есть ли в вашем филиале доставка на дом. Я выбираю курьерская доставка. Город, смотрю, Саратов.
Не в каждом городе есть доставка, только там, где есть бизнес-центр. Выбираю свой адрес. Смотрите, ровно 150 баллов получилось. К оплате 2518 рублей. А сумма заказа всего на 6293 рубля. Видите, да? То есть у меня очень крутая объемная скидка. Мне оставили почти 8000 на товарном поле. То есть, да, они списываются от суммы заказа. И когда я буду делать еще заказ следующий, то также спишется большая часть от заказа. То есть здесь до 60% мы можем оплатить с товарного поля. Смотрите, как выгодно, как круто. Друзья, я вам желаю приятных покупок. Да, будьте прекрасны с Орифлейм. Будьте, да, всегда в тренде. Следите за модой, ухаживайте за собой. Помните, да, что красота это не только то, что вы на себя наносите, это еще и красота изнутри, поэтому изучите продукцию Wellness. И еще я вам сейчас покажу кое-какую фишечку. Вот я заметила, здесь есть брошюра «Альманах». Я ее уже выписывала, мне уже больше не нужны экземпляры. А мне нужен код отказа найти. Да, мы можем так скопировать брошюры. И вот тут набираем код отказа. То есть нужно от нее отказаться. Код отмены. Вот мы берем, ищем код отказа от альманаха. Вот он код. Мы его копируем. Идем сюда. Нажимаем быстрый заказ. Вносим код отказа. Раз. Все. Чтобы, да, не платить лишние деньги за брошюру, если она вам не нужна каждый раз одно и то же. Мне одной вполне достаточно. Вот, я вам показала фишку. То есть, если вам что-то не нужно, например, вы не хотите получать мир Орифлейм, вводите код отказа мир Орифлейм, и он вам выдаст, да, код отказа. Вам не нужны каталоги, сделайте, да, введите код отказа 90-120. Вот. Но мне они, конечно, нужны автоматически. Вот 10 каталогов мне добавляется за 199 рублей, как участнику платинового премьер-клуба. Они, конечно же, лишними не будут. Все. Всего доброго вам. Спасибо за внимание. С вами была Лилия Донскова. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, которые вас интересуют по продукции. До встречи в следующих видео.